Итак, а мы продолжаем обрабатывать нашу руку. Сейчас это немножко похоже на сосисочки вместо пальчиков. Что же я буду делать? Я буду просто деформировать, то есть, во-первых, я хочу сделать ее похудее и поровнее. И хочу сделать именно такие тоненькие, изящные пальчики. А для этого я сейчас буду просто сдвигать точки, как-то выравнивать все это дело. Примерно вот таким вот образом. Лишние точки я буду уже удалять. Также можно редактировать потихонечку цвета, если вам совсем, ну, вы видите, что совсем выделяется. Потом мы дорисуем ногти, и пальчики будут больше похожи на пальчики. Это как бы момент такой, чуть попозже сделаем. Собственно, вот таким вот образом я сейчас буду дорабатывать весь объект. Это достаточно, конечно, кропотливый такой уже будет процесс. Большую часть я его ускорю.
Итак, мы продолжаем. Вот такая у нас работа уже получается. Вот это было, вот это стало. Видите, я тут еще немножечко поэкспериментировала, но это ладно. Итак, в принципе, что я сделала? Я просто ее уменьшила и немножечко добавила теней. Теперь мы будем ориентироваться уже на общую какую-то композицию. Подрисуем тени, изгибы, да, и поставим в нужную нам позу. Итак, я, собственно, дальше продолжаю редактировать цвета. Так, у нас должна быть тут подушечка, которой у нас нету сейчас. И цвета мне пока что не очень нравятся, но я как бы оставлю. Это, конечно, работа для художника, работа тени, блики. Если у вас с этим все ок, то вам будет это гораздо проще сделать. У меня с этим, скажем так, небольшие проблемы. Я учусь, так сказать, самостоятельно. Вот, поэтому для меня это достаточно долгий процесс. Ну, и он, в принципе, тоже посильный, да, тоже все можно выучить. По сути, вот так вот методом тыка, да, я сейчас буду подбирать нужные оттенки. Да, это не самый быстрый вариант. Но, по крайней мере, я это делаю для будущего, да, то есть чем чаще я буду тренироваться, тем лучше у меня будет получаться.
И давайте нарисуем ногти. Ногти немножко удлинят наши пальчики и сделают их такими более, опять же, изящными. Мы не будем делать длинные ногти, мы просто сделаем аккуратный маникюр. Такой ноготь. И давайте сейчас поставим на все наши пальчики ногти. С ногтями я особо работать не буду, то есть я просто сделаю такую вот иллюзию. То есть красить особо я их не собираюсь, просто такой светлый цвет. Примерно вот таким вот образом. Вот с ногтями выглядит уже гораздо симпатичнее. Вот так было, вот так стало. То есть, в принципе, видна большая разница. Были сосисечки, стали более-менее похожи на ладошку. Можно еще, конечно, подобавлять теней, сделать изгибы более такие плавные, гладкие. И это мы уже сделаем в следующем видео. До встречи в следующем видео.